Значит, сегодня займемся ударами ногами. Значит, это. На самом деле упражнение примитивное, простое. Ну просто нужно часто делать. И зависит от того, насколько ты соберешься, сконцентрируешься в качестве исполнения. Значит, делается, все удары будем делать через стул. Так оно проще, чем объяснять мелочи. Стул за тебя подумает и заставит делать правильно. Значит, встаешь так, чтобы тебя было видно в зеркало. Ну какое зеркало? Что это? Где тебе лучше? Лучше это. Хорошо. Значит, тогда давайте вот этот стул поставим. Значит, впереди у нас обычно чаще всего левая нога. Значит, стул ставится вот так вот. Значит, да, если мы стоим в стойке, не показывать. Если мы стоим в стойке, значит, сегодня, конечно, желательно и руки, чтобы здесь были, и челюсть в этой ямочке. Но на данном этапе это, грубо говоря, для нас будет не так уж принципиально. Это потом как будем все делать. Значит, стоим, как будто мы стоим в стойке. Впереди левая нога. Еще вперед. Что вперед? Ну, идти, что? Потому что мне плохо видно. Ну, а куда я делать-то буду? То есть, кроме того, делать ты будешь, то я просто обозначу. Значит, стоишь на ножках передней вот здесь вот, пустого. Да-да. Значит, обе ступ ноги касаются, вот, под коленом штука касается. Задняя нога на носочке. Стойка у нас боксерская почка какая была. Вот, да-да-да-да. Это не очень принципиально, да, чтобы ее соблюдать. Но желательно все же помнить, что в конце концов будет делать от нее, да. Вес на носочке задней ноги, большая часть веса на передней ноге. Значит, вот стойку сделаю вот так вот виднее, потому что мне зеркало-то особо не нужно. Значит, Майгери, первая нога. Не собираюсь запоминать термин, это не очень принципиально, тем более разные виды спорта, наверное, разные. У каратистов Майгери, у таквондистов не знаю, как удар вперед ногой. В кикбоксинге это фронт-кик. То есть, ну, те, кто использует европейские технологии, неважно. Брык прямо ногой, грубо говоря. Значит, движение, любое, значит, скорость твоего удара ноги заключается, зависит не от скорости, какой ты бьешь ногой. От скорости того, как таз подносишь к мишени. То есть, грубо говоря, если я очень сильно машу ногами, но таз идет медленно, то я могу не дотянуться. А то, насколько я в тебя пошел, нога будет резче. Значит, смысл еще, значит, во всех групповых занятиях людей стараются бить ногами на месте. Почему бьют на месте? Просто потому, что тренеру очень тяжело, есть большие ряды, куча людей, тяжело контролировать ситуацию, все начнут падать, брыкаться, друг друга задевать. И это, в общем, грубо говоря, потеря безопасности очень сложно. Но объективно удар наносится не так. Любой удар ногой наносится с переносом центра тяжести. Если ты далеко до меня, я поднес передней ногой, шагнул, нанес удар. Если ты близко, я могу сделать шаг назад и опять упасть на тебя. То есть, грубо говоря, каждый удар ногой – это падение. Падение в удар. И смысл в том, чтобы центр тяжести оказался на кончике ноги, ну, бьющей ноги. То есть пальцы на себя натянуты, подушечка пальца там, пятка там или ребро стопы. И важно, какую часть убьешь, туда должен, мягко говоря, твой вес оказаться, ну, перенесенным. Поэтому все удары, когда ты занимаешься сама персонально, они всегда делаются с потерей небольшой, легкой потери, ну, не потерей веса центра тяжести, а с переносом центра тяжести в удар. Так же, как мы руками бьем с ноги на ногу, так же и ногами мы бьем, переносим центр тяжести в удар ногой. Значит, движение начинается, как я тебе говорю, самое главное – это движение таз. Таз движется с одной постоянной ровной скоростью. Чем медленнее, тем лучше. От этого зависит, мягко говоря, сила мышц, которые держат устойчивость ноги, потому что сила удара зависит не от силы бьющей ноги, а от силы напора ноги. То есть, грубо говоря, если у тебя нога такая сильная, это тщедушная, и как бы тебя ты не старался ударить сильно, тебя колбасит на ней, удар сильно не будет. Но если ты стоишь очень плотно, то заехать тебе будет проще, потому что в ударе опорная нога тоже работает. И не будет разбрасывать грубая энергия в воздух по площадям. Так вот, движение начинается с движения таза. Иногда даже можно положить себе руку сюда, там не важно. То есть только ты двинулась вперед, только ты двинулась. Пятка, настолько нога вся сзади расслаблена, пятка подлетает к ягодице. Ну, по мере возможности. У меня, например, ляжки толстые, у меня она к ягодице не очень подлетает. Но желательно. И ты, мягко говоря, переносишь, а таз не движется. Мишень, то есть это вот этот переносишь. Ну, ощущение такое, что таз это теннисная ракетка, пятка это мячик, привязанный на веревке.
веревка вот эта нога сама. И есть такая игра бильбоки. Только ты двинул эту ракетку, мячик подлетает, ударяет по теннисной ракетке, и ты теннисной ракетки переправляешь ступню туда. То есть задача такая, только двинулся, оп, перенести. Центр тяжести, таз чуть поднимаем вверх. То есть как бы вот эта часть срабатывает. И за счет этого мы бьем не вот в таком положении, потому что это слабое положение ноги 90 градусов, здесь неудобно. Угу. Вопрос не только в растяжке, просто не сильное положение. А где-то вот под небольшим углом. Самое сильное наше усилие, даже не такое, а где-то так вот наклониться, вот самое сильное усилие для ног. Вот в этом положении бьющая нога находится. В самом удобном положении. А опорная нога может находиться в любом положении, грубо говоря. Есть больше, ну, есть лучше, есть хуже, но может практически в любом, потому что силой тяжести мы ее придавим все равно. А вот это должно находиться в удобном положении. Итог. Значит, программа сегодня. Все движения делаются по 10 раз. Mm-hmm. Если ты начала делать, потерял навесе, упала, удар засчитан. Mm-hmm. Потому что у тебя нет варианта сделать больше 10 раз. Mm-hmm. Тебе дается 10 попыток. Если 2-3 из них получились удачные, это хорошо. Если больше, значит, надо делать еще медленнее, еще тяжелее, еще выше и так далее. Mm-hmm. То есть задача такая, что большая часть должна быть неудачна. Это очень важный момент. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, ты должна, говорю, бороться за экстремальность. То есть начала. Вот если легко в корпус, значит, а уже в голову стараюсь шпагат вышкнуть, то есть длину ударить, то есть с этой дистанции. И зависнуть там пытаюсь. Приготовились, поехали. Что так, что нужно делать? Значит, движение начинается с этой части. Идет примерно раз, продолжай, вот. Правильно. Первый есть. Объясняю, еще очень важный момент. Ногу выносим, бьем медленно, а сгибаем быстро. То есть, грубо говоря, мы делаем все в обратном варианте. То есть, когда мы бьем по-нормальному, стараемся сделать это быстрее, а согнуть уже как получится. Да, вот еще, кстати, я сейчас делал. Это после удара, что ли? Да, нельзя оставлять ногу там. Потому что, представляешь, ты пробиваешь дырку во мне, воткнулся нога, и сидит кусок мяса, вырываешь сюда. А ты должна воткнуть, пробить дырочку, вытащить и видеть, как струйка крови в тебя хлестнула. Понимаешь? А не так, чтобы раз, и все вылилось кишки сюда. Это менее эстетично. Понятно, да? Хорошо. Приготовились. И торопясь. И два. Хорошо. Так, она... И ты очень быстро ударила. Хорошо, а где она должна оказаться, нога после... То есть дело, грубо говоря, что это такое? Все твои удары будут, это обычный шаг. Вот ты шла, ударила и пошла дальше. Все должно быть просто, естественно. Как ты ходишь по улице, ты делай это медленнее. Чем медленнее, тем лучше. Я со стулом не хожу по улице. Хорошо, возьми с собой стул, я тебе разрешаю взять с собой стул и походить с ним. Ладно. Оба колена касаются. Подальше вот эту переднюю ногу. Да. Взгляд, смотри в зеркало, смотри в мишень. Твоя задача, вот, честно, я тебе не очень даже и нужен. Твоя задача постоянно смотреть, как тебе удобнее и проще сделать. Стул нам нужен для того, что вот самая большая сложность заставить человека бить не прямой ногой вот так вот, а сгибать его в колени. Вот стул это делает за тренера. Понятно. То есть просто решать задачу вместо меня. Три. Быстро было, после удара надо согнуть ножку. То есть отбросила и собрала быстро. Медленнее веди, сгибай быстро. Взгляд. Я вижу. Четыре. Дебильно было. Движение тазом. Таз движется непрерывно. Вся сила идет от движения тазом. Подожди. Значит, это было раз, четвертый, значит, пятый. Таз движется одной непрерывной скоростью. Как бы раскручиваешь и пересылаешь. Вот, допустим, меня целишь. Взгляд. Ты видишь меня? Вот. Вижу. Пять. Видишь, каким рывком ты делаешь? Это плохо. А как нужно? А должно быть одно непрерывное, замедленное действие. А ты делал раз качнулась, два качнулась. А, блин, это нужно вообще очень медленно все делать. Очень медленно и плавно. Плавность важнее, чем медленность. Взгляд. Где я? Где? Ты меня видишь? Вижу. Три. Точнее, это сержай. Я сколько раз говорил, колено должно быть тазом, пересылай. Ягодица толкает пятку. Не переделывать. Вот так вот это плохо идешь. Когда ты сделал движение, каждый удар как отдельная тренировка. Вот ты сделал движение, отошла,
встала, пристроилась опять. Это, грубо говоря, дает тебе немножко сбросить напряжение и опять стать в удобной позиции. Отойди и встань обратно. Раз, да, да, вот и вернулся. Это очень важно, потому что каждый удар – это отдельная тренировка. Сейчас шестой будет, да? Наверное. Взгляд, взгляд. Шесть. Тазом, тазом перетаскивать. Ягодицы толкнуть пятку. Ягодица – то, чем ты думаешь. Пятка – это то, что касается земли. То, тем, чем ты думаешь, пересылаешь вперед пятку. То есть мне нужно тазом, чтобы толкать? Да, да, все удары туда, центр тяжести, таз. Сила удара зависит от того, как работает таз. Опять приготовился, медленно. И у тебя идет 10 раскачек. Вот как стоишь, будь добра, так и ударь. Вот встала, поехала. Шесть. Хорошо, быстро собраться. Да ты просто, смотри теперь, ты взяла, раз, упала. Движение должно, ты должна перенести, это шаг. А, ты еще шаг делаешь. Ну, ты шаг в удар делаешь шаг. Шаг в удар. Удар – это шаг. Приготовились, взгляд. Семь. Ну, похоже, да. Вы сами сказали плохо, чтобы получилось. Ну да, естественно, что будет плохо получаться. Потому что как только будет хорошо, сейчас будет усложнять. Взгляд, взгляд. И тазом плавно. Восемь. Хорошо. Правильно было, да. И постараться переправить, допустим, мне в горло, вот как вариант, ногой. Медленно причем. И зависит в этом растянутом положении. Девять. Опять ударил вот так по 90 градусов. Не толкнула пятку тазом. Десять. Поторопилась немножко. Все сделано. Чуть-чуть отдохнули. Скинули напряжение. И то же самое с другой ноги. Так. Зачем так садишься? Ты по улице ходишь вот так вот? Настя. Нет. Ходишь? То есть мне нужно напрямую, что ли, стоять? Ну, почти. Ну, свободно, колени деревянные. То есть ты как ходишь, так и делаешь. Все должно быть из естественной позиции. Да, там в бою без права, это, с борьбой, когда могут ниже сидеть. Но, извините меня, базу все же лучше стоять в свободной позиции, чтобы тебе они не мешали для удара. Раз. Хорошо. Но удар будет не сильный. Значит, пойми, ты должна представлять, как твоя бьющая часть воткнется в меня. Твоя пока она так погладит меня снизу вверх. Но у меня брюхо большое, он может зацепить что-то там. Оторвет кусочек жира. Объективно же она должна войти внутрь. Вот этой подушечкой пальцев. То есть ты все из движения, должна думать о той части бьющей ноги, которая приземлится. То есть ты посылаешь ее и видишь, как у тебя вся из ноги в ногу, в ногу передается импульс, как вот ступня входит. Собирается после удара вот это. Максимальная концентрация на всем, что ты делаешь. Если где-то какие-то там есть медитативные элементы в единоборстве, то, скорее всего, вот в этом типе тренировки они присутствуют. Взгляд. Два. Поторопилась. Но таз-то выносил через сторону, было очень неровно. Не было просто прямого посыла колена вперед. Значит, помнишь, ты говорил, отошла, встала. Отходила. Ну, предположим. Три. О, да. Самой нравится, что получается? Нет. Вот с этим и борись. По большому виду, что сам на себе можешь даже и тренировать, получается. Тренировать медленно, это сложно. Да. Заодно укрепятся мышцы. Если ты знаешь, многие секции любители специально укреплять мышцы, держать ногу под углом. Когда на людей много, это очень хорошо. Как ты по-другому их нагрузишь? Потому что если они начнут делать, за каждым надо следить. Тренер будет облегчать. Когда ты занимаешься одна, гораздо лучше просто делать медленное движение, потому что у тебя в каждом положении все мышцы, от которых зависят, будут укреплены и способны держать тебя в равновесном положении. Четыре. А теперь вспомни, какой частью удара ноги ты попадаешь в удар.
правильно, не пальчиками, а подушечкой под пальцем. Угу. Поэтому пальчики в момент удара натягиваешь на себя, а ее посылаешь вперед. В момент удара желательно, чтобы вот эта часть была почти ровная, пальцы на себя. Но не забывай, что удар происходит не в прямую ногу, потому что нога до конца определяется, удар уже больше вверх идет, а чуть-чуть он, то есть, грубо говоря, вот он движение. То есть движение вот. Где-то, наверное, градусов 5 нога не до конца не выпрямляется. Ровно настолько, насколько ты передаешь энергию вперед в момент удара. Должна чувствовать, куда идет линия бьющая. Представь себе другой вариант, что это, грубо говоря, ты вода, и ты течешь ногой по доске, которая наклонена в ту сторону. Понимаешь, да? То есть ты должен сбросить туда. Я все понимаю. Да. Как хочешь, пятый, что ли? Шестой, пятый? Ну, наверное, был шестой. Шестой будет сейчас, да? Ну, пусть будет. Будет. Хорошо, приготовься. Взгляд. Шесть. После удара стряхнуть, вытащить ногу. Делаем это быстро. Приготовился. Семь. Мишень ты не видела, смотри, глаз у тебя бегал. Специально, чтобы вот так вот пройди, развернись, чтобы ты мишень эту потерял, чтобы заново собираешься. В этом-то и проблема, то, что ты теряешь концентрацию. Точнее, поймал вот эту точку, держишь, а должна отойти, расслабиться, опять увидеть. Отойти, расслабиться, опять увидеть. Это отдельные тренировки. Сейчас седьмой, да? Семь, взгляд у тебя побегал туда, да посмотрел, сюда посмотрел. Ну что, я видишь, как глаза двигаются? Движение должно быть как у змеи, взгляд. Раз, это я вижу. Вижу, вижу, вижу. Знаешь, вот все тут. Вам показалось. Ну, конечно. Девушки мог. 100 кадров в секунду. Вот так вот тут приготовь взгляд. 7. Это еще 8 было уже. Поторопилась медленнее, длиннее. Так, что тебе самой нравилось. Представь, что ты фотомодель и позируешь на фотографиях. И в каждый момент тебя фотографируют. И стараешься, чтобы все было красиво. Сейчас 9, да? Девять. И вот такая позиция такая странная будет это на фотографии. Растянуться. Как резинку растянули и быстро собрались. 10. И тоже не сначала начала. Сначала пару раз качнулась тазом, потом пошла. Тоже неправильно. Вот как было, отбрасываем, вылетело. Хорошо, отдыхаем. Свободно отдыхаем. Теперь мавашигири. Мавашигири – это удар по кругу. Как у тхэквондистов, не знаю, называется. Европейцы могут назвать раунд-кик – круговой удар. Но на самом деле ударов маваши в спорте, только я знаю, раза вариантов 6 по движению. Мы будем учить один базовый, то есть главный. Они потом вылезут сами, эти варианты. Поэтому назвать однозначно круговым ударом сложно, потому что скорее это удар сбоку будет. Точнее, то есть ты поднесла тем или иным способом как-то и ударил сбоку, заехала ногой. Но единственное, что в классическом карате бьют часто ступней, так же как в майгере, бам, носком на себя. Но если подать по мягким тканям или куда-то туда, это не очень приятно, можно пальцы подломить, зависит от того, грубо индивидуально. В спорте чаще бьют, если в контактном голенью, нижней третью, в карате бьют подъемом часто. Так что я советую все же бить, ну, грубо говоря, голенью, в районе сустава, потому что так жестче и меньше вариантов самого себя покалечить. В ударах ногами главное не покалечить самого себя. Потому что ноги на самом деле не приспособлены для того, чтобы бить, они приспособлены для того, чтобы ходить, но никак не для того, чтобы бить. Хорошо, готово. Так. Как бить? Стоечку встаешь, ту же самую стоечку. Бьешь просто, шла, 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 ударила, пошла туда. Вот а весь. Где у меня сейчас вес тяжести? Вес тяжести я всегда на передней ноге 60%. Как а ты куда мне идти? А, или вот отсюда бить? Да. Только ты видишь, начинаешь себя вот ломать себя вот так вот. Ну, знаешь, я просто сейчас. Пока показываю, давай зеркально встану, сначала покажу. Движение будет такое. Колено не через ту стремится. Хотя есть такой вариант удара, так называемый классический. Мы будем делать спортивный более. Оно идет, есть еще другое колено, как вперед идет. Мы будем делать так вот. Оно как бы в угол между спинкой и сиденьем стула проходит. Вот оно идет. Затем
как по эллипсу, оно заносится сбоку, удар сбоку, раз, и смотрим уже туда. Падаем в точку удара. На самом деле не совсем даже туда, где-то под 45, потому что мы еще переносим центр тяжести. То есть появляется еще движение вперед. Но очень важно, что таз, вот если у него здесь были глазки, посмотрел туда. У тебя. Поняла, да? Приготовились. Ручки на нос. И медленно. Раз. Глазки таза посмотрели не туда. А куда? Чик. Вот так вот. Угу. Да-да-да. Но, когда я делаю это, я смотрю сюда. Угу. Для того, чтобы не сломать собственный позвоночник, вот так на скручивание, одно смотрит вперед, другое. Мы делаем просто. Для этого можно просто наклониться вперед и вбок. Оп. И ничего не нужно, получается, скручивать. Спина может быть абсолютно ровной. То есть, грубо говоря, вот часто движение плечами сделаешь сюда. Вот так вот. Если любые болезни ощущения либо в коленях, либо в позвоночнике возникают, техника неправильная. Правильная техника, она всегда естественная и комфортная для твоего тела. Приготовились. Взгляд. Два. Наклон. Вперед и в сторону. Грубо говоря, наклониться. Вот. Наклоняюсь я к передней ноге. Плечо идет к носку передней ноги. Тогда, получается, я могу высоко ударить. Растяжка сама, знаешь, у меня 90 градусов. Несмотря на это, видишь, голову я могу в твою дотянуться. А ты чуть выше меня. Взгляд. Два, наклон, 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 да-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 да. Во! Хорошо, и упал правильно. Как бы ложишься на бьющую ногу. Расслабляйте плечо. Ножки выпнем чуть побольше. Три, пять, в раскачку. Наклон, тянуться вверх. После удара ногу сгибаем. Чем ниже к плечу ты плечом наклонишься к ноге, тем выше вторая нога вещь поднимается. Соответственно, легче ударить. Потом, когда станешь растянут, как будешь здесь, ты можешь делать все то же самое, только вот в этой уже части, вот эти мышцы поднимешь корпус. Но пока разучиваем, ничего страшного, если наклонишься, не будет. Наша задача, на первое занятие, понять, откуда нога прилетает в противника. Чтобы пошло. А потом мы начинаем уже бороться за какие-то такие, ну, мелочи, не мелочи, ну, какие-то технические такие подробности. Четыре, наклон, наклон, вперед и в сторону, вперед и в сторону. Куда тут сюда под 45 градусов? Наклон, вот если вот я зеркально покажу, покажу не зеркально. Наклон, вот видишь, как сюда? Раз, вперед и в сторону. Обратите внимание, делаю даже без разминки все в таком режиме. Хорошо. Опять сейчас будет. Взгляд. Пять. Наклон вперед и в сторону. Ты назад отклонился. Отклонись сюда, назад, удар ослаблен. Вес тела так, должен идти удар. Сейчас. Куда у меня сейчас должен быть наклон? Вот сюда. Туда? Да. А потом? Туда, куда ты назад пошла? Все время туда. А потом мне куда? Туда, сюда, я же говорю. Все время так? Дай ногу, дай руку. Так. Дай ногу, руку. Руку сначала ногу. Дай. Рука. Ну. Куда? На ноге остаться. Ну. Ну вот. Вот положение. Вот. Вот куда задаться? Вот видишь, ты сзади нога. И тут падаешь на нее. Кажется, в ту сторону все время. Да. Свою многотонную тушу отправляю в удар. Вот все твои вот эти килограммы туда. Понятно. Ты единый механизм, тело единый механизм. Оно все падает в удар. А не ножки там где-то болтаются. Угу. Хорошо. У нас был сейчас шестой будет, да? Поехали. Поехали. И... Шесть. Ногу согнуть после удара. А, ударяй. Да, ударила, да, и с этой. И вот собрала.
объясняет, зачем нужно сгибать ноги. Каратисты, любители рассказывают сказки, что типа вот ты ударил, так, если ноги не сгибаешь, тебя поймали за ногу. Но на самом деле логика как раз сейчас на сгибание. Начинаю сгибать, и вот тут я тебе под руку попадаю. Вот начинаю. Ну лови ногу-то. Вот. Обычно. Ой, извиняюсь. Понимаешь, обычно сгибаю ловится. Наверное, делать не до этого. Потому что когда ты бьешь прямой ногой, ты начинаешь падать полмедленно и вот так вот неуклюже, грубо говоря. А удар начинается с позиции, там, под шаг, там, подготовки дистанции, и заканчивается после удара, нога возвращается на пол. Потому что вот этот момент зависания, это очень опасный момент. И когда мы сгибаем ногу, мы ее лучше контролируем, мы легче можем ее поставить резко в пол. И сразу делать следующий прием. Смысл именно в этом. Восьмой сейчас, да? И тянешься всем весом, многотонной туши ко мне. Вот сюда, пошла, восемь, предположим, не снимай ногу с удара. И, представляй, мишень, представляй, как нога идет на нее, а то, как ты будешь это контролировать, будет получаться хуже или лучше. То есть концентрация сильно получилась, да, на кончик. Молодец, молодец, не довернула тазом. Сама чувствуешь, не заехала от всего бедра. Десять. Хорошо. Отдыхаем. Отдыхаем. Отдохнула. И то же самое будет с другой ноги. Между, после каждого удара нанесенного отдых небольшой. Это один трюк. Между каждыми ударами, 10 ударами вот этими смен, это уже другая серия тренировок, опять тоже отдых еще больше. Приготовились. То же самое уже без моих пояснений. То есть наклоняешься вот сюда, вперед в сторону. И смотри, я тянусь сюда. Раз. Хорошо. Ну держи меня между рук. Вот все вращается. А стараешься держать меня между рук, потому что мишень это я. А я здесь, ну не меня там, воображаю мишень. Давай. Нет, развернуться все. Угу. То есть между рук, это не значит между всего остального тела. Руки, грубо говоря, и как глазки. Они тебе должны держать все время. Где бы я ни был, они все время держат тебя между рук. А все остальное тело болтается вокруг этой. Вокруг этой устройства, скажем так. Три. Хорошо, не стесняйся потянуться, наклониться вперед. И не ломай позвоночник. Наклон, наклон. Спина во время удара ровная, ровно здесь. Четыре. Да. Потом, когда у тебя все укрепится, мы уже будем делать так, чтобы натянуть вот эти мышцы боковыми, не скручивающими. Удар. Пять. А после удара согнуть ножку, ударить себя. Вот ты, помнишь, я рассказывал про бильбоки? Вот точно так же ты пяткой отправляешь, то есть ягодицей посылаешь пятку сбоку, и после удара пятка возвращается, бьет тебя по ягодице, грубо говоря. То есть движение такое, раз, тазом, раз. Ну, я поняла, да. Хорошо. Какой сейчас счет? Пятый, да? Приготовились. Пять. Умница. Взгляд потеряла. На все плюнула. Враг там пошел. Посмотрите. Ну, душка как пошел дальше. Давай. Смотри. Постоянно следите. Это обманный взгляд. Смотрю в другую сторону, а пинаю мячик в другую. Ну, понял. Шесть. Ага, и что туда повернулся-то? Враг, ты здесь. Ну, нога-то там. Ну, нога туда, раз, и поправил вторую ногу себя как-то там подправиться, не забывай. Семь. О, да-да, похоже. Восемь. Поторопилась. Хорошо справилась, потому что быстро. Быстро любой дурак сможет. Девять. Да. Вот крызна всякая вылезает. Взгляд. Десять.
сядь. Ну, такой двойной удар, там помахал ножки. Типа, здрасте, здрасте. Приветики, приветики. 10 было, все, отдыхаем. Следующий удар. Йока керри. По-другому сайд-кик. Удар в бок. Не, он часто делается традиционно. Можно учить его, конечно, таким брыком в сторону. Смысл от этого есть, но в спортивном варианте обычно бьют этим ударом вперед. Понятно. Стул ставится вот так вот. В поединке. Значит, то же самое получается. Только, вот здесь специфика есть определенная. Только таз двинулся, зеркально, да? Только таз двинулся, у тебя колено, пятка подлетает опять же к ягодице, просто от того, что она расслаблена, не делай пока ничего. Колено подлетает к дальнему плечу, защита будет такое. И тазом я пересылаю пятку туда, после чего она эластично выпрямившись, собирается обратно. Опять же тазом направляю ногу. Приготовились. Взгляд, где у нас там враг? О, у нас там враг, да. Приготовить и медленно. Раз, борись, борись. И соберись, о, молодцом. Потеря на весе, явление естественное. Нам ничего страшного-то нет. Тем более, если медленно. Тем более, если медленно, да. Два. Поверь мне, когда я эти упражнения делаю, у меня тоже половина не получается, половина все криво. Просто стараюсь делать все медленнее, медленнее, поверь, как получается. И длиннее. Я стараюсь расползти шпагат в этом движении. Четыре. Хорошо. А теперь давай подумаем, какой частью ноги мы бьем. Приземляется. В брюшко или мордочку. Что у нас? Значит, либо пятка, либо вот это вместо. Значит, ситуация такая. На самом деле, если брать по-простому, грубо говоря, по-рукопашному, то достаточно просто бить вот так вот пяткой. Угу. И каратисты, любители, вот особенно традиционщики, бить сукуто, это называется ребро стопы. Угу. То есть, если, я бы сказал так, мы бьем, вот если бы у меня был каблук на этой, вот этим уголком каблука. Угу. Понимаешь, да? Ближе к пятке, ребром стопы. Приготовились. Так, сколько у нас там? Четвертый сейчас, да? Четыре. Ступню себя оттягиваю, да, чтобы носочку мне задеть воображаемую мишень. Не поломать собственные пальчики на ногах. Пять. Хорошо. И просесть удар ногами. Не просто дать, а просесть туда. У меня вот даже ощущение, что в момент удара опора нога уже смотрит в противоположную сторону. И таз у меня глубоко за ней. Встань, выпрямись, выпрямить ноги. Во, выпрямь, больше выпрямь, раз, два. Во, семь, хорошо. Сунула ногу и вытащила ее. Чтобы, говоря, кровь оттуда хлынула на тебя потоком. А не надо, чтобы все кишки туда падали на пол. Сейчас восьмой, да, вроде? Восемь, умничка, умничка. Это было круто. Девять, она помахала. Так, здрасте, там приветики, он ножками помахала она. Таз переслать. Центр тяжести переслать, пятку эту. Десять. Вот, похоже. Ну, предположим. Многие требования потом будут, ты сама начнешь создавать, если будешь делать эти упражнения периодически. Ты сама поймешь, что больше требуется, потому что просто раз, держишь, два, ты начинаешь больше внимания уделять движению, сейчас следить за этим мешь, за этим мешь, за этим мешь. Значит, одно, второе, третье, и сама начинаешь вычищать. То есть, в принципе, даже подсказ ничего не нужно. Если делать правильно. Следующее движение, стул не меняем. С обоих ног пробила? Нет. С одной. Давай, значит, меняем стул. В другую сторону. Приготовились. И раз,
хорошо, у тебя носок висел безвольно, могла задеть за что-то, угу. как-то повредить его. Собраться, выпрямить, собраться. Два. Хорошо, просесть между ног надо, просесть. На опору на ноге сесть в удар. Ножку подними, а потом просядешь. Три. Легче изучить удары ногами на прямых ногах, просесть потом. В диске только будет попроще. Главное понять траекторию. Четыре. Ты совсем забыл, что противник должен оказаться между рук. Желательно, чтобы он был постоянно между рук. Пять. Сидел на задней ноге и не упала. Просто стоял так, помахал ногой. Надо просаживать сюда, не просто, а таз медленно-медленно продолжает движение. И тогда я хочешь не хочешь делать быстро, вытаскиваю ногу, потому что я уже теряю равновесие. Надо терять чуть-чуть, теряем равновесие, но чуть-чуть удар. Шесть. Да-да-да-да-да. И вытаскивай ногу, тут колен тоже вытаскивай. Очень легкая потеря равновесия в удар, именно в удар. Семь. Нога осталась на задней этой. Сесть. О, ступня. Ну, предположим, коленка к плечу вернулась, возвращается. Собираешься, как гармошка. Сжалась, разжалась. Урожалась, разжалась. Вся, как гармошка. Сжалась, раскрылась. Все мысль набралась. Хорошо. Взгляд. 9. Хорошо. 10. Неплохо было бы, если ступня в честь движения, знал, что с ней происходит. То есть здесь он тут особенно что, устала? Нет. Ушира герем. Значит, вот тут и специфика, что менять не будем. Ушира гери удар назад. Можно, конечно, разучить его просто таким брыком назад. Но в спортивных спаррингах и парингах чаще бьют с поворотом вперед. Так, у тебя стоит вот в сторону. Здесь немножко по-другому встаем. Колено находится с этой стороны. Другое колено будет у тебя, да. Другое колено, да, да. Пока не делай ничего. И вот тут будет задача такая, повернувшись, ударить назад. Значит, в чем есть очень важный момент. Вращаемся мы, грубо говоря, на носке, когда колено ну, проворачивается. Это нормально, что мы стул отталкиваем. Поэтому он стул легкий и твердый, чтобы не бояться, если мы задели вот эту руку. Ничего с ним не произойдет. И нам будет не больно. Потому что если он тяжелый и массивный, можно остаться без ног. Так вот, на самом деле мы должны не просто повернуться назад, а пойти тазом. Помнишь, таз, я говорю, таз, это движение, прям скорость зависит от движения таза. И вот непрерывно идет таз, 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 оп, собрался. Та же самая история. Тоже ягодицы это у нас ракетка, нога это веревка, пятка это теннисный мяч, привязанный на веревке. То есть мы попой посылаем пятку туда. Движемся навстречу попой. Ну, тут есть два варианта удара. Можно чуть-чуть перекрутиться и ударить, развернувшись больше в бок. И это хорошо тем, что потом могу ударить какой-то любой другой удар ногой или рукой. Или... Так, так, он дочище бьет. Или ударить чисто брыком назад, как лошадь копытом. Просто вдоль ступни. Да, в традиционном карате так больше потомлено. Он более жесткий считается, но после него, конечно, ты попадаешь в позицию, ну, менее, тебе сложнее принять позицию, с которой можно попасть сюда. Это нельзя сказать, что тот неправильно, это тот неправильно. Просто, грубо, два варианта нанесения удара одного. Я предпочитаю чисто брык назад. Хорошо, приготовились. Ну, ты можешь делать там, как если тебе по одному понравится больше вариантов, будешь делать по нему, допустим. Это ничего страшного не будет. И поехали. Раз, попой вперед. Нет. Вот интересный момент. Ага, хорошо, значит. Значит, забыл кое-что сказать. Значит, когда мы начинаем поворачивать, до тех пор, пока ступня, а таз идет все время вперед, может касаться пола, пусть будет на полу. В любой момент ты можешь изменить позицию и перейти, допустим, сюда. Ну, а если мы начали вот так крутиться, мало того, что ты замедляешь вращение,
Ты еще, извините меня, для того, чтобы изменить позицию, тебе надо же вторую ногу поставить на пол сначала. Поэтому до тех пор, пока вращается, ступня, вторая волчица, опа. И вот как мы в мишени видели, она поднялась и перенеслась через стул. То есть до тех пор, пока можно, нога на полу. Взгляд, собрались. Раз, тазом, пяточки, нет, видишь, что носочка отрвала? Я еще запуталась, на какой ноге крутиться, какой... Да. Встала опять, приготовилась. Да-да. Носочек в пол, и пяточка пошла за него. Нет, носочка оторвала. Чем я кручу сейчас? Ты должна просто ставишь пятку сюда, вращаешься попом. Чем думаешь, тем и крутишь. Да. Ага, не посмотреть надо. Не забыть увидеть. Смотрим, если бьем, как я, смотрим под плечо вдоль корпуса. Если бьем так, ну, на рассчитывание на серию, смотрим, можно на ногами посмотреть. Грубо два варианта одного удара. Мне все же нравится пока вдоль корпуса. То есть просто лучше понимаешь направление. Приготовились. И пошел. Попой на меня. Да. Взгляд опережает. Раз. Вот, да, хорошо. Взгляд старается как можно быстрее посмотреть там под плечо или через плечо. Но скорость, грубо говоря, этого вращения должна зависеть от скорости взгляда. То есть ты начинаешь поворачивать пяточку, он сразу одновременно голова еще больше опережает. И она тебя тянет. Поворачивай дальше. Два, взгляд, хорошо, да. И вот здесь бы еще хорошо тоже вот такую позицию, когда вот я свой многотонный брюх укладываю на свое колено, и мне удобно, и я проваливаюсь удар. Угу. То есть опора нога смотрит назад носочком. И ты ложишься между пяток удар. Взгляд. Три. Садиться сразу не обязательно, просто надо пойти вперед. Не садиться, а идти. Вот как начинаешь стартовать, таз тебе только в направлении удара. Несет всю эту тушу твою в направлении удара. Четыре. Таз идет назад, не торопись, да, лучше. Но у тебя первое движение начинает поворот, а он даже поворачивает идет вперед. Он поворачивается сюда. Пять, тазом, так, молодец, о, чуть перекрутилось, но это может быть твой удар так, тебе нравится на руках, смотри, это просто другой вариант. Шесть, ага, и вытащить ногу не забывай. Голова кружится. Это то, что я рядом. Семь, взгляд, умничка, колено вытащи из человечка, воображаемого. Знаешь, что так сила? Ты по улице ходишь вот так вот. Восемь, ну получилось так, ничего страшного. Это тоже попытка. Девять. Хорошо. Даже если ты встал в равновесие, все равно будет попытка. Десять. У меня бывают были дни такие, как отрабатывают, что все время по равновесию теряла, только три движения что-то там сымитировал. Ну, бывает такое. Ну, вот не мой день, допустим. С другой стороны. Раз. Все бы хорошо. Но для понимания я на таком варианте сейчас. Давай, вставай, стоечку. Что это? Стоечку вставай. Значит, так вот. И поехали. Два. Во, поняла, да? Это для того, чтобы показать, что у тебя таза, по движению таза есть перерыв. Он должен идти непрерывно, очень медленно, но непрерывно. И ты должен успевать сделать все остальные движения за это время. Вот это очень важный момент. Все, больше не буду так делать. Это поняла, что требуется. Не хочешь. Еще раз. Так. Что? Так. Три. Вот. Да. А ты то же самое делаешь медленно, сама таз так вот двигаешь.
Четыре... Не спи, ты уже провалилась туда, вот. Не торопись. Пять. Ага. Не забывай сбрасывать концентрацию. Ты видишь, даже идешь вот так. Ты должна расслабиться и собраться. Шесть. Ну, получилось. Расслабиться и собраться. Семь. Сидишь на задней ноге. Таз непрерывно движется. Помнишь, я тебя дергал поясом? Женщина, это с тазом. Ой, сразу тазом вперед. Ну, даже хотя бы так. Хотя там завис на ней, не села. Тебе надо успевать все движения делать, пока таз движется. Успевать и сесть, и прочее. Смысл на этом. Девять. Да-да, а то, может, как это, плохие рукопашники. Они делают по счетам. Делай раз, делай два, делай три, делай четыре. Это неправильно. Движение одно непрерывное. Ты же не хочешь шаг? Делай раз, делай два, делай три, делай четыре. Только с трём шагом так разучивают. Только начинаешь. Семь. Хорошо, умничка. Это семь было? А раз сколько было? Мне казалось, это уже 10. Хорошо, лучше меньше делать, чем больше. В этих упражнениях ты лучше меньше, чем больше. То есть больше будешь делать качество, важнее количество. Все, да, отдыхаем пока. Следующее движение урма ваш. Обратный круговой удар. Как он называется? Бэкграунд, что ли? Кик, кажется, такого плана. Значит, смысл какой будет? Вот, мишень, я выношу колено. Сюда раз. То есть обношу и бью пяточкой сюда. Движение достаточно сложное. У каратистов стиля шатакан, за остальные не отвечаю, он даже не сдается на черный пояс. Но на самом деле учить его надо с самого начала, потому что развиваются все ноги, они на самом деле работают вообще не те же мышцы. Да, сущности, на самом деле мы заодно качаем мышцы таза, которые держат ноги под всеми углами. Ну и опять же, чем раньше начнешь, тем быстрее освоишь. Приготовились. Так. Значит, движение начнется с того, что таз сразу пойдет сюда. Колено полетит к этому плечу, ступня натянется на себя. Так. И потом движение. Да, да, во, хорошо. Будем считать, что раз ты сделала. Значит, смотри, еще очень важно, пока не делай. Вот интересный момент. Вот у меня ты здесь перед глазами. Я выношу ногу, смотрю на тебя, а ногу выношу вот туда. Раз. Оп! И стараюсь таз закинуть, то есть колено закинуть за таз. И там собираю ногу. Хорошо. Два, колено к плечу, выпрямляем туда. Ага. Почему ты смотрел на мой палец? Смотри, должна на меня, на пальце, тебе просто показываю мишень. Мишень, куда ты вытягиваешь ногу, а оттуда бьешь же мне по лицу. Взгляд. Три, на меня смотришь, тянешь палец, оп, хорошо. Но чуть выше, просесть между ногами, требования все те же самые. Четыре. Ага. Колено за таз не завела. То есть снесла, срубила мне голову. И дальше нога полетела, да. Пять. Взгляд. Неплохо. Особенно последняя постановка ноги, она была вообще позамечательная. Вот так вот. Хорошо. Готовь, взгляд. Шесть. Колено за таз не завела. Было так очень скоро. Ой. Нога за таз закидывается. Семь. Хорошо, но колено... Я вот, у меня нога летит, потом куда ее девать? Объективно смотри, да, стул. Значит, все, понял, значит, кое-что я не говорил. Значит, смотри, вот специально пока зеркально. Вот противник у меня здесь стул. Я вынес ногу туда, ударил, падаю вот сюда. Маме, в точку удара. Сейчас даже не очень хорошо получилось опять. Раз.
куда сюда, прям таз целый сложишь, да? То есть и здесь ты будешь бить вот сюда падать стараться. Так, какой был у нас? Семь. Семь. Значит, сейчас восьмой. Восемь, да-да-да. Только смотри не в пол, а на меня. Так. Колено собирай, тогда будет легче поставить на пол. Девять. Собирай колено, и будет легче ставить на пол. Десять. Колено собирай, это значит поднеси к дальнему плечу. Я просто лучше не подношу, мне живот мешается. С другой стороны. Осталось не так уж много. Этот и еще один удар будет последним. Собралась? То же самое. Сначала движение начинается с таза, вот это колено подлетает к этому плечу. Эта пятка подлетает к ягодице. Приготовились. И взгляд. Раз. Туда вытянула. Да, вот сюда упала. Молодцом. Два вытянула. Сюда упала. Чуть-чуть. Да-да. Ножки выпрямляются. Ты в шпагат должна расползтись в воздухе. Сама растянуть себя. Три. Думай о том, как твоя нога должна приходить на воображаемую мишень. Чтобы все шло под этими углами необходимыми. Четыре. Ничего страшного. Пять. Бороться. О, все сделано. Потому что другого шанса у тебя не будет. И так был бы зачет, даже если ты просто потеряла навесь и упала. Шесть. Хорошо. Взгляд. Семь. Движение от таза я не увидела. Удар, в принципе, очень слабый. И вся сила делается за счет просто маха вот ягодичной мышцы. Чуть осталось. Семь. Взгляд. Колено не пошло за таз. Прямую ногой бей. Ногой прямой бей. Взгляд. Восемь. Прямой ногой. О, похоже. Чуть-чуть похоже. Ударил карлик так там. Тебе какой-то карлик. Поэтому по голове ударил. Кстати, удар бьет только в голову. В корпусе бессмысленно. Это восьмой был, да? По-моему, девятый сейчас. Ну ладно, девятый. А что, больше, да? Ну, я уже не помню. Это ваша задача считать. Да? Да. Я не помню. Твоя задача не переработать. У меня мозг. Сейчас полностью отключу. Девять. Ну, сложно отключить то, чего нет. Приготовились. Давай. Хорошо. Дим, взгляд. Оп, молодец. Ну, предположим. Все, ты победила. Значит, не меняем положение. То же самое, как с уширой был у нас. Так же у нас со стулом будет и здесь. Это так называемое, хочешь хвост дракона, хочешь вертушка, хочешь там еще прозвать. Ушира урмаваша, да, тот красивый удар, который ты будешь перед девочкой выпендриваться на улице. Да. Увидишь красивую девушку перед ней, покажешь младшую, она твоя. Ты кот, значит. Встали, смотрим. Женщина начинает с поворота тазом. Раз, и сразу стараюсь между рук пройти, нога на полу, до тех пор, пока она может терпеть это. Потом оп. Ноги не поняла. Так, вот у меня вот здесь ноги, где ноги? Так. Ну, ладно, дальше что? Поворачиваешься. Раз, таз, видишь, ко мне. Зря, прошу. Ну, между рук меня. Между рук. Да, ногу выправляешь туда. Взгляд. Я здесь, а ногу выправляешь туда. И промахиваешь. Да, о, да. Что типа этого? Да. Так. Противник стараешься все время держать между рук.
А я видела, с разбега делал такую штуку. Ну, можно делать чего угодно. Не, ну, могут выпрыгнуть, можно выпрыгнуть из воды. Вот да, да. Ну да, да, могут. Могут. И в падении делают. По-всякому делают. Как хочешь, так и делаешь. Так. Взгляд. Два. Ножку туда выпрямляем, туда выпрямляем. Вот это туда, туда. Вот. Ага. Падаем сюда. Ага. Вперед и в сторону. Все время всех ударов падаем в сторону нанесения удара. Три. Вынесем туда. Вот. Так. Четыре. Похоже. Ну, а что ж ты хотела? Я просто путаюсь на ногах тут. Ну, правильно. Если не наделаешь количество нужно, ты не будешь не путаться в них. Угу. Тебе просто через количество. Это последний удар, просто осталось чуть-чуть. Собраться и сделать. Пять. Что мне не нравится? Ты несешь почти прямую ногу, как Жан-Клод Ван Дам. Жан-Клод Ван Дам был прямыми ногами, потому что так оно виднее. А для кино важно, чтобы было видно. Но для того, чтобы попасть, удар должен быть не виден. Mm-hmm. Поэтому до предела стараешься нести согнутую ногу. И mm-hmm. только в самый последний момент выпрямляешь и бьешь. Mm-hmm. Чем больше нога стоит согнута, тем менее она заметна. Прямая нога видна всегда. Mm-hmm. Хотя люди падают и прямыми ногами. Что же делать? С восьмой, да? Не помню. Восьмой, по-моему. Восемь. Ох, предположим. Ничего страшного. Девять. Ну, что ж ты хотел? Последний шестой, да? Десять. Ну, неплохо. И с другой ноги, и все. Сегодня закончено. Голова. Хорошо. Когда спина кружится, это хуже. Голова должна крутиться, она круглая. Угу. Приготовились. Взгляд. Медленно. Раз. Поторопилась, не торопись. Зачем ты так сделал? Обратно. А, чтобы главное. Чтобы голова не крышилась. Два. Три. Мне кажется, еще больше накружишься. Колено касается этого. Четыре. Желаю, чтобы у меня проносилось над ним. Позиция коленного плеча. Сосадка к плечу собирается, пятки ягодицы. Пять. Шесть. Ну, поднимаешь, чтобы начинаешь крутиться. Это усилие больше на вращение тратится. И устойчивость теряется. То есть нога поднимается только тогда, когда уже держать ее, нету сил на полу, грубо говоря. Та уже повернулась так, что она уже полу не может коснуться. Восемь. Сразу ногу поднимаешь, ногу позже подними. Взгляд. Десять. Ну, предположим. Фу и Те было исполнено. Да, кстати, одно из вариантов. Название фу и Те. Понятно. Ну, в принципе, у нас по большому счету больше ничего не придумаешь. Как можешь удать ногой? Вперед, в сторону, назад, угу. Ну, по кругу, по обратному кругу. Видишь, пять вариантов. Ну, еще с разворота взяли бы, добавили там. Угу. Все. Всего шесть ударов. Остальные это уже это варианты, грубо говоря. Так что все. Вот просто нормальная тренировка, все сделала. Угу. Я думаю, вряд ли скажешь, что не тренировался. Понятно.